Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья, у нас трагические новости. История Влада Бахова, который пропал после вечеринки в лесу, взбудоражила российскую общественность. Об этом активно говорят на радио, обсуждают в ток-шоу, а также пишут в прессе. С каждым днем появляется все больше и больше подробностей, которые могут помочь выяснить правду о той роковой ночи. Пока же мать Влада делится информацией того, как идет дело. Напомним, в прошлом месяце в лесу нашли тело, на котором были кроссовки, принадлежавшие Бахову. Эксперты взяли частицы на исследование и сегодня озвучили итоги. Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в Демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову, заявила Анастасия. Также она отметила, что пока воздержится от комментариев. «Скажу лишь одно. Мы будем дальше выяснять и искать правду. Что на самом деле произошло с Владом?» – добавила Анастасия. Напомним, что 6 апреля 16-летний Влад Бахов отправился вместе с друзьями на день рождения давнего друга, который отмечали в лесу Демидовского района в нескольких километрах от города. Всего на вечеринке присутствовало 13 человек, которые активно распивали спиртные напитки – водку, пиво, вермут. Через некоторое время компания собиралась отправиться на дискотеку, но в какой-то момент присутствующие поняли, что Влад пропал. По словам другого друга Кирилла Бахрамова, ребята пытались привести Влада в чувство и посоветовали отправиться в туалет, после чего он пропал. Поиски тоже не привели к желаемому результату. Тогда они обратились в специальные органы. Позже выяснилось, что из социальных сетей подростков, которые были на вечеринке, удалили несколько фотографий и сторис. На них были запечатлены издевательства над Баховым. В видео был один мат, все веселились. Сложилось впечатление, что он сидел как клоун, а они над ним прикалывались. Мол, какой он слабак, говорила свидетель Рената Волосенкова. В ходе расследования стало известно, что на вечеринке присутствовали дети влиятельных людей. Так, отец участницы вечеринки Виктор Дербанов работает замначальника полиции, но он решил не давать комментарии. Отказался беседовать с прессой глава администрации Титовчинского сельского поселения Александр Яскин. Его сын также был на мероприятии. Мать Бахова Анастасия пока воздерживается от общения с прессой. В социальных сетях она написала, что несмотря ни на что хочет выяснить правду о том, что же все-таки случилось с ее сыном. Поэтому будет вести расследование до конца.